Кадры из Свердловской области. Сразу 6 аварий с участием около 20 машин произошли на небольшом, длиной всего в километр, отрезке трассы Екатеринбург-Серов. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Причиной стал обильный снегопад. Сегодня утром он накрыл регион. Видимость на дороге резко упала, было скользко. Видимо, это и стало главной причиной ДТП. Сейчас на трассе крупные пробки. В связи с погодными условиями в ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию.